Разве так складывают скатерти? Они же все совсем мятые. Давайте поглажу еще раз. Бесполезно. Вряд ли их уже удастся отгладить, они такие тонкие. Это же кружево, а ты запихала их в ящик, словно тряпки. Простите перед Эханым. Решила, что попросишь прощения, и все. Вы не выпили ваш чай. Он совсем остыл. Я заварю новый. Не нужно. Может, ужин приготовить? Ну, попробуй, приготовь. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь из этого съесть. Аллах, 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 куда они запропастились? Они скоро придут, Бурханбей, не волнуйся. Бабушка, у меня волосы не растрепались. Такое ощущение, что к нам должна пожаловать королевская семья. А вот и они, Бурханбей. Проходите. Бабушка! Ах ты мой хороший. Заходи. Почему такой соленый суп, Назия? Соленый? Я солила совсем немного. Я что, не понимаю, что я ем? Сколько раз тебе напоминать? У меня ведь гипертония. Ты что, убить меня хочешь, Назия? Извините. Ты испачкала скатерть. Разве нельзя быть внимательной? Я не специально перед Эханом. Ты легкомысленно относишься к своей работе. Ничего не можешь сделать толком. Назия, я устала терпеть твою безалаберность. Простите перед Эханом. Больше я не нуждаюсь в твоих услугах. Покинь мой дом, чтобы не нервировать меня дальше. Пожалуйста. Не поняла, вы меня выгоняете? Зайди в понедельник, Суатбей с тобой рассчитается. Ну что я сделала перед Эханом? Назия, прошу тебя, только не выводи меня из себя. Собирай свои вещи.